Всем привет! Сегодня у меня анбоксинг посылочки с Алиэкспресса. Вот такая вот полезняшка приехала. Вот. Но так как коробочка слегка примята, вот, я считаю, что необходимо заснять процесс анбоксинга на видео. Поехали! Так, вот коробочка. Видно, что она то ли вскрывалась, то ли что-то с ней... Явно не совсем так. Ну, сейчас посмотрим. Так, ага, это вторая часть. Вот почему она такая странно так выглядит. Основная часть у нас посылочки здесь. Упакована неплохо. Так. Вот такая вот классная штука мне приехала. Это, конечно же, оценят прежде всего аэрганеры. Вот. Объем 1,1 литра. Так. Блин, легкий, как пушинка. Баллончик. Ну, толстый какой слой. Лейнер внутри дюралевый или алюминиевый. Вот. А вокруг это карбон. Такой вот металлокомпозитный баллончик. Так. Ну и вторая часть посылки. Сейчас тут придется это как-то отрезать. Вот так. Так, здесь должен быть вентиль к баллону. Откроем с обратной стороны. Так, вот он у нас вентиль. Блин, ребята, вентиль, как по мне, весит столько же, сколько этот баллон, а то и даже тяжелее. Да уж. О, мягенький какой. Круто, с манометром. Это стравливалка. Угу. Вот такой вот вентилечек. Так. Ну что, осталось только подмотать сюда функи и соединить одно с другим. Вот такой вот баллончик металлокомпозитный.
Ну, в общем, доехало все нормально, все целенькое, так что анбоксинг на этом я заканчиваю. Ну вот, а как этот баллончик проявит себя в работе, в общем-то, посмотрим. В самом ближайшем будущем, я надеюсь. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.